Всем привет, это игра Родина, я предлагаю вместе немножко поиграть. У нас началась новая битва, ну что ж, задание мы начали потихонечку брать. У нас в принципе всего 4 человека. Алена у нас никогда не участвует и 3 участвуют. Очень жалко, конечно, что одна девочка от нас ушла. Ну, ничего не поделаешь, это был ее выбор. Ой, что ж я здесь сделаю, надо было поехать там попилять, посмотреть. Я не туда поехала, не там начала. Хотя тут тоже надо, ну, как-то так. Надо же выбирать. Так, пальмы у нас все. Так, пальмы всем. Ну, в принципе, тут пилять-то и нечего. Было. Было. Повторюсь. Дерево такое оригинальное. Мне даже нравится. Так, у меня почти полный склад. Ой, что ж я делаю? Я же должна была туристам посмотреть, что им надо. Ладно, я здесь посмотрю, чего они хотят. Так, кинотеатр. Кинотеатр. Мне там написали, видите, я сейчас не могу, потому что у меня как раз на этом месте запись. Так, отвлеклась. Стоп. Кинотеатр. Взяла, взяла, взяла. Этого нет. Так. И отель. Вареничка. Кстати, надо поставить, если нет. Что ж это такое? Ой, сейчас как наберусь этого вареничка. Ладно, сначала просмотрю, все, что есть. Потом буду уже вареничками заниматься. Угу. Как-то так опасненько. Я вижу, конечно, 3 штуки, но до них надо добраться. Так, 3 и чего-то там к ним еще хотели. А, есть. Угу. В общем, всем не хватит. Будем выборочно давать. Раз, два. Раз, тихо. Мы сейчас все возьмем, ничего не покупаем, лишнего все берем. Так, и вот уточки есть, есть, поехали. Так, ставим 2. Короче, я забираю весь шоколад, весь, жадная я. 2. Ну что это я такая жадная, но не взяла достаточно орешков. Теперь надо решить для себя, чего Лене хочется, какого шоколада. Черного 5 штук, ха, или дефицитного, которого нет вообще, 3. Так, и еще пару молочка к этому, штучки, так, 3 тоже. Теперь собираем. О, пиляем, больше не пиляем. Так, раз такое дело, все, все, значит, все. Так, ищем. Да что же это такое? А, есть. Чего у меня показано, что у меня его много? Я нигде не вижу, только одни сухарики наблюдаю. Не поняла. Таки да, где ж они? И какао деревья. Где мои какао? А, вот. Все, больше пока не беру, потому что места мало. Так, идем, 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 идем. И ставим. Раз, два, три. А есть еще сахарок? А, нет, то надо ставить. Ладно, ставим сахарок. Ставим много. Это мы заготовили чуть-чуть. Дальше. Так. Супчики. Так, шпротов у нас точно нету.
Так, ладно, отнесу. Там же ж нельзя, можно еще принять, потому что следующее задание хотело туристов. Видите, два завода уже все. Вернее, не завода, курорта, курортной территории. Уже не открываются. Потому что если открою, приму. Есть. Ха, тут тоже молодой человек стоит. И улыбается. Ну все тогда. На этом все. Домой. Нашим поросятам есть уже хотят. Очень причем. Так. Ну шо? Ха. Тут мы разобрались. На этой территории. А улучшать я еще, наверное, не скоро буду, да? Ой, да, только половина. Тоточки. Тут еще хуже. Так. Сейчас посмотрим. Угу. О. Ну, интересно. Надо чего-нибудь продать. Поэтому начнем вот так. Теперь у меня есть три места, правильно? Ну, три места это взять и дать. Упс, а ткани-то у меня больше нету. Это плохо. Так. Цари. И больше нету места. Ого, какая она дорогая. Я и не знала даже. Так. Дело в том, что этого тоже можно было бы. 49,50. Все. Поставить. Все, больше не ставится. Плохо. Раз, два. Стаканчики нам очень нужны. У нас 2-3. И еще 3. Все. Сахара нету, да? Нету. Это печально. Так. Стоять. Масло. Корочка. И тут две буреночки. А я тебя вижу. Так, все, 5-5-5-5. Все готовы. Все поели. Есть теперь с вами, товарищи. Сорок восемь. Сейчас рискую, конечно. Пятьдесят. Так достану, нет. Я иногда такой фокус проворачиваю. Видите, как удачненько. Раз. Теперь вот так вот. Две. Сюда.
Опять вот так две. Сюда. Одна осталась. А я вторую не вижу. А нет, все. Одна осталась. Жаль. Очень жаль. Раз, два. Ага. Раз, два, три. Есть. Теперь нас интересует курятина еще. Курятина. Все, теперь я могу поставить. Я хотела вот как сделать. Ха-ха-ха, как раз три штуки. Два, три. Все, это я сняла лишнее. Я поставила на всякий случай. Вдруг будет задание такое. Мне так сильно-сильно повезет. И мне оно попадется. Я парочку продам. На сегодня день распродаж. И вот так вот. Что еще хочется продать? Так особо, чтобы прям сильно хотелось. Больше ничего, если честно. Так. Госпожа курица, прошу вас потрапезничать. И еще. Мне, конечно, еще как-нибудь успеть пару вот так взять. Все, даже не дадут, да? Они дали. Че я морочу себе голову? Вот так. Сейчас всех сниму. Действительно, совсем забыла про волшебный способ добывания свинины. Поросятина уйдет вся с молотка. Так, где еще? Все? Хрюша, я тебя заметила. Теперь курицы также пошли. Курица. И еще курица. И снова курица. Не? Поросята все, куры доступные все вроде. А еще одна прыгнула. Теперь идем сюда. Ну, фокус-фокус. Спасибо доброму мальчику, который меня этому научил. Кидать по одной штуке. Там так удобно делать шахту. Если только приготовил, и все. Вы не поверите, я нашла поросенка. Ну, уберись. Все. В эту игру мы больше не играем. Идем в заводик. Чего бы мне хотелось? Кабачки у нас ушли. Да нет, сюда хочу. 6 котлет. От чего у нас будут кораблики еще раз? Поросятина. Такая. Ха. Два, три. Есть. Теперь кормим наших маленьких ко-ко-ко.
Есть. Ну что ж, видео на этом я буду заканчивать. Я пойду по соседям смотреть, кому какая помощь нужна. Начнем с нашей принцесски. Всем пока-пока!